Зима в Подмосковье – это множество интересных мероприятий, которые пройдут в разных уголках региона. Одно из самых значимых запланировано на 7 декабря в Дмитрове. «Спорт, снег, смех» – так его назвали организаторы. Комитет по туризму Московской области провел пресс-конференцию, посвященную проекту комитета «Зима в Подмосковье» и, в частности, проведению массового семейного праздника «Спорт, снег, смех». Мероприятие, по словам организаторов, пройдет на двух площадках в Дмитрове. На центральной площади города и на территории Центра активного отдыха «Горнолыжный клуб» Леонида Тягачева. Мы хотим, чтобы это был такой большой праздник с 10 утра, и люди здесь могут окунуться в атмосферу праздника. Там будут вместе с радиостанцией «Энерджи» будет сделана очень хорошая музыкальная программа. Будут подготовлены склоны, на которые можно будет покататься. На центральной площади Дмитрова гостей праздника будут ждать уличные инсталляции и арт-объекты, интерактивные развлечения, парк ледяных скульптур и огромная горка. С помощью медиамоста к участникам спортивного события подключится вторая площадка – Центр активного отдыха «Горнолыжный клуб» Леонида Тягачева, где намечен массовый лыжный спуск.